Привет. У нас сегодня 21 августа. Такое ощущение, что 21 сентября. Причем такое 21 сентября холодное. На улице дождь, ветер, пасмурно так. Ну, вот сейчас вот время 2 часа, солнышко выглянуло, но от него что-то никакого тепла нету. Я с работы вот ехала, стояла на остановке, автобус ждала. Не обратила внимания вот на людей. Люди уже даже в куртках ходят и в ботинках. Причем куртки не ветровки, а вот именно такие тепленькие куртки, утепленные. Я так смотрела, смотрела, думаю, все, лето прошло. Лето прошло как-то одним махом. Вроде бы вот было начало июня, так радовалась, думаю, о, скоро отпуск, и в июле пойду. А тут бац, уже конец августа, и лето-то толком не было, дождливое. Вот интересно, сентябрь какой будет, будет бабье лето вообще, какое оно будет, хоть еще маленечко тепла. Потому что впереди потом зима, опять холода, снег, морозы. Опять 100 шуб на тебе. Ой, нет, не хочу я, чтобы это кончалось. Еще хотя бы пусть сентябрь тепленький постоит. Так хорошо смотреть в окно и видеть листья зеленые. Ну, мне нравятся, конечно, деревья, когда стоят, вот, листочки на них красные, желтенькие. Это тоже красиво. Осень, я люблю теплую осень. Когда уже листья на деревьях пожелтеют, но он все так тепло. Такой осень ребенок, это красивая осень. А вот когда уже листья деревьев пооблетят, господи, в окно смотришь и ой, ужасно прям. Сразу такие мысли грустные. Неохота, чтобы лето кончалось. Неохота. Вот сейчас вроде небо прочистило, солнышко вылезло. Ну вот на балконе я стою. От солнца тепла толком нету такого, вот, такого, как вот, знаете, летом. Хотя еще 21 августа, по идее, еще полторы недели лета. Алло, лето, ты где? Ты забыла, что ли, что еще полторы недели должна быть тут у нас? Так вот смотришь в окно, солнышко, думаешь, о, пойду в майке. А в майке выходишь, не-не-не, надо кофту или ветровку, или что-то такое одевать уже. Так вот. Люди в кожаных куртках ходят уже.